Сегодня горел частный дом на улице Маяковского, 99. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску. 29 ноября 2022 года в 10 часов 56 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Маяковского. В 10 часов 2 минуты по прибытию подразделений пожарной охраны на место вызова было обнаружено, что горит частный жилой дом на двух хозяев. Были сформированы два звена газодымозащитников на проверку помещений данного дома на наличие людей. В 12 часов 05 минут пожар был ликвидирован на площади 120 метров квадратных. Травмированных и погибших нет. На пожаре работало 14 человек личного состава пожарной охраны. Было задействовано 3 автоцистерны. В настоящий момент дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка по данному пожару с целью установления причины пожара, виновного лица, а также принятия процессуального решения.